Шорт-трек – один из самых захватывающих видов спорта корпоративной спартакиады. С каждым годом желающих принять участие на льду увеличивается. Это говорит о том, что конькобежный спорт вызывает большой интерес среди сотрудников СМПО. И это подтвердилось 3 апреля, когда на стадионе «Старт» собрались любители этого вида спорта. По традиции, для удобства заводчан, работающих в различных сменах, соревнования прошли в два этапа. Первая группа спортсменов заступила на лед с самого утра, вторая – после трудового дня. В гонке приняли участие команды, состоящие из 3 человек. Женские команды, которые стартовали первыми, преодолевали дистанцию 300 метров. С ветерком и очень дружно проскользили по льду спортсменки цеха номер 2 – Галина Ищук, Наталья Малинина и цеховой физор Ольга Тимохова. Сегодня мы решили зарегистрироваться попозже специально, потому что, чтобы лед был пожестче. Обычно мы в первых рядах, и когда его заливают, он мягкий, и ну, для непрофессионалов ноги разъезжаются. Не знаю, как... Очень сыроват. Да, сыроват. И мы зарегистрировались уже попозже. В этот раз немножко полегче бежалось. Бежалось хорошо, легко. Да. Мы команда. Должны быть всегда на высоте. У нас девиз такой: главное не упасть и красиво пробежать. В мужских забегах на дистанции 500 метров Максим Калиенко, выступающий за команду научно-технического центра, обкатал свои коньки «Динамо», который со школьной скамьи бережно хранит в шкафу. В школе катались с ребятами, и коньки, соответственно, у меня еще со школьных времен лежат наши советские «Динамо» пластиковые. Вот. А сегодня как лед дался? Да ничего, этот лед знаком мне, тоже катался, когда только открыли купол. С любителями иногда приходил, катался. У нас была команда, не знаю, сейчас они играют или нет, любители хоккея. Вечером в 11 у нас обычно тренировка с 11 до 12 вечера была. Вот. Ну так чуть-чуть бегали, хоккей играли. Но сегодня у нас шорт-трек. И каковы же итоги стартов? Среди мужских команд обладателем золота стали спортсмены цеха 32. Серебро у цеха 51, бронза досталась бегунам из научно-технического центра. Светлана Рудова, Наталья Макей, Оксана Бамбуркина – женская команда, показавшая лучший результат, заняла 1-е место в скоростном беге на коньках. На 2-м месте команда цеха 51, в состав которой вошли Мария Медведева, Галина Маслеева и Екатерина Кортева. И замыкает тройку лидеров команда цеха номер 16. Олеся Смольникова, Екатерина Соловьева и Марина Ларькова.